Я что-то обещал, да, вам исследовать. Инкубаторы. Блин, вот это хочется, конечно. Удерживайте, чтобы утвердить. Давай попробуем. Мощное средство для ускорения темпов исследований. Эти законы издания, связанные с традициями, стали недоступными для вашего города и будут серьезно повышать напряженность, пока находятся на его территории. It's a city of reason. Прикольно. Окей, ладно. И что теперь? Радикальная идея. Изучить идею. Несовместимо с принятым фундаментом. А я обещал. Окей. А какие у меня есть здания, связанные с этим? Кстати, вот патрульные башни, например. Это какие? Тюрьма когнитивная. Кстати, как будто бы тюрьму надо будет. Надо заранее строить патрульные башни, я вот что скажу. Я уверен, что скоро начнется жесть. Скоро начнется жесть из-за того, что я принял эту дичь. Общественные стражи. Несовместимы с принятым... Я понял. А это только в этом, да? Только в общественных? Или вообще во всех? Не, только в общественных. Ага. Но зато плюс темпы исследований. Ты отрубил две ветви традиции. Мне надо понять, что у меня из этого вообще есть. Как-то, то есть, надо понять, какие здания у меня вообще из этих есть. Дозорные вышки, они как бы общие, судя по всему. Патрульные башни, которые на 16 снижают. Ну да, они их не против. А, хотя подождите, патрульные башни это традиции. А чё и как? Дозорные башни, играя вместо патрульных. Так это их надо изучить. Надзорные. А, да вот, дозорные. 12. Ну ты ж теперь быстро изучаешь. А это надо где-то нажимать? Алгоритм. Выбрать, чем заниматься, какой оптимизацией. Рост населения замедлится, резко падает. Заболеваемость. Ускорить исследование. Конечно же, ускорить исследование. Подожди, они точно дозорные вышки? Эти к традициям ведут, да. Закон обучения семейного дела. Патрульная башня построена. Итак, да, мне реально надо патрульные башни убирать. Обязательные браки отнимать. Консервативное лечение, наверное, да? Что-то из этого. Авантюристы расширяют охват митингов. Ура! Эффективность отрядов стражи. Давай-ка, скоро мне пригодятся они, походу. А вон написано, что она неактивна. Потому что она еще не строится. Да? Потому что она строится-то. Так, дайте-ка я почитаю. Благосклонность мыслителя слегка падает, враждебность орды, скептицизм мотальщики незначительно, контроль за работой незначительно, недавно чрезвычайные смены заметно падает, запросить средства слегка незначительно, недавнее обязательное волонтерство. Ну так и что-то непонятно, что у меня. Незначительно растет, обязательный брак, вот что мне надо снижать. Наверное. Верная молодежь, консервативное лечение, особая роль матери. Слегка растет патрульная башня. Да, все-таки мне нельзя ее их строить. Мне надо другие башни строить. Блин, денег нет, нифига. Так, что здесь? Ну, тут типа норм все. Есть склады.
меня сейчас проблемы с углем, по сути, да? Кстати, с модулями могут быть проблемы, но здесь их очень много. Надо, чтобы вот эти вот работали сами по себе. Сколько у нас? 400 человек всего, да? А что, я же принял, да? Ускорить рост исследований. Ну и все, и не надо ничего больше. Одновременно можешь заниматься только одним вопросом. Но вы можете менять его приоритеты. А, ну все, понял. Сейчас, подожди. А, алгоритм, будь добр. Ускорить исследование. У меня еще форсаж сейчас идет. Отсюда, только от форсажа у меня плюс уголь получается. Да, только от него. А, кстати, вот же бесконечный, ты замерзший лес. Я его просто не построил здесь. Клево. А, еды нет проблем, ничего нет проблем. Так. Безопасно 25, сложная территория. Морозные земли. Вот здесь есть уголь. Отправить экспедицию. Пока я все это до конца не оптимизировал. Мне надо еще вот здесь вот построить, наверное, один этот. Давай. Так, треугольничек. Че тут? Попрошайка смотрит на свое отражение в окне лавки спиртного. А, это Дейв из-за приватизации алкоголя. Я тебя помню. Так, надзорные башни нужны, да? Надзорные. Сейчас они нам пригодятся. Ответственность стражи, я обещал, но уже нет. Смотрите, короче, то есть вот здесь вот будут дополнительные тоже вот прогресс, заслуги. Какие-то здесь решения тоже скоро будут. Вот мне бы прогресс в ресурсах какой-то, наверное. Отопление, энергоэффективность пищи. Блин, ну это адаптация. И это закон, как бы, базовая потребность в тепле продовольственных зданий. А, хорошая, я бы ее принял. Селекция культур. Так, а сколько стоит, собственно, новые здания? 300 тепломарок, 3 ядра модули. 3 ядра, охренеть. Ребят, можно у вас средства взять? Пожалуйста, вы мои братаны. Вы ж мои братаны, спасибо. Наконец-то скоро этот закончится, да? Центр как раз почти переполнен. Хранение материалов. И центр хранения еды лучше здесь ставить. А, да. Здесь людей не хватает. Значит, все-таки здесь. Мнение. Ребят, ну в телеге, в ВК, проходите, почитайте. Мне не понравилось однообразие в законах, оно очень однотипное. Так, ну что ж, общество, что... Ага, они прям светятся, смотрите. Они прям светятся. Здесь у нас есть ротация партнеров. Напряженность как раз у нас, да? Так, мы можем вот это поменять. Мнения разделились. Молодежь. Сейчас нужна ваша помощь, чтобы разобраться с этими законами. Хотя я могу, ну вообще, не знаю. Давайте вот этот вот незначительный рост напряженности прям неприятный. Давайте ротацию партнеров меняем. Может, пойдет против волны хайпа и потом сделает пару миссий в первой части.
Сравним, так сказать, напрямую, пока от второй еще... Да не, лучше... Фонсинг, лучше просто поиграть в Агент за Шторм. Камон. Так, вы, конечно, с... Этот... работайте, но я пойду договорюсь с кем-нибудь. С лордами, например. Ой, я могу их тепломарками финансировать. Лорды любят тепломарочки. Лорды-лорды. Окей, вот эта вот прикольная тема с корнерстоунами какими-то появилась. Раньше мы ее не видели. Давайте голосуйте. Дважды нажмите на члена совета, чтобы открыть его профиль. Новые партнеры для размножения. Жесть. Залп теперь другой. Ну вот этот вот квадратик здесь порисовали. Нарисовали, видимо, да? The law takes effect. Слушайте, мне люди нужны. У меня домов дофига, и мне очень нужны люди. Почему я не отправлюсь за людьми? Вот, вот чего мне сейчас жестко не хватает. Скоро будем холодать в Буран. У нас не то чтобы супер много... Так, я обещал вам профинансировать проекты, ребят. Доверие вырос. Когда я смогу у вас запросить? Не скоро, видимо. Мыслители. С мыслителями хорошие отношения, можно у них тепломарок собрать. Опа, все, перестал работать этот райончик, да? А вот и начинают материалы заканчиваться. Так потому что его сейчас надо перестроить просто на бесконечный замерзший лес. И желательно его в сторону... Так. Если я мне не смогу его так в сторону повести, мне придется вот так вот все равно обходить, да? Бесконечные материалы здесь добывать. Ну, кстати, сейчас плюс ядро... Сорок восемь человек, 109 человек. Чуть минус по материалам здесь. Этим. Бля, они здесь вообще-то сами должны материалы начать добывать, да? Интересно, корованы в бурю идут из одного города в другой? Девять нефти осталось. Не очень много. Че здесь? Достроили? Работяг, достроили. Энергоэффективность пищи. Ну, это, конечно, неприятный, видимо, закон будет в этом плане. Но он прям единственный, который у меня есть. Другие ребята не могут что-то предложить. Здесь какие-то оптимизации этих. Требуется добывающий район. Генераторы. Что вы предлагаете? Какое здание? Авантюристы. Добыча нефти. Разруха. За 100 угля 80 нефти делать, да? Это, ну, типа, потому что нефть более энергоэффективная. Да не могу я эту идею сдержать. Не могу. Психиатрическую лечебницу тоже, да? Больше никто не разделяет эту идею. То ли дело инкубаторы. Только стоит аж 400. Что-то я не хочу за 400. Тепловая диспетчерская. Это что? Потребность в тепле уменьшается. На 40 аж. Пища, добыча, промышленность.
Дорогие, ну, исследуй. Так. Добывающий. Но он, чтобы он добывал, здесь все равно... Ух, население, что ли, выросло? Так, ребят, надзорные башни. Будьте так добры, да? Это новое строится. Подожди, что это происходит? Да почему строится-то? Я же уже попросил его снести. Подожди, надзорно. Патрульно. Патрульные надо сносить. Или наоборот. Надзорные надо ставить, патрульные надо сносить. Ну. А это какая? Патрульная. Треугольничек. Безработная официально. Наблюдает за столиками. А, я это читал. Латальщики. Что-то мы слишком часто финансировали проекты латальщиков. Ну, когда-то было такое. Больше не будет, ребят. Вы не ожидаете этого. Это вымогать средства. Че, они уже готовят митинги? Нет, готовятся протестовать. Ща я вам попротестую своими 174 отрядами стражи. Чуть-чуть рабочих людей. До 50к еще далеко. А мы это... А мы не спешим. На самом деле. Да блин, чё ж так это? Лагает. Стражи превыше закона. Это я латальщиком, да? Да. О, 21 район. Район 21. Одри, смотритель, закрывает окно, чтобы не слушать трансляцию. Здравомыслие, здравомыслие. Как же? Мы что, должны теперь соблюдать эту чушь? Ни на что... Ни за что на свете. Пусть бесхребет наместник пляшет под песенку, которую поют авантюристы, но если они думают, что мы сдадимся без боя, то крепко ошибаются. Здравомыслие становится для вас главное дело, тальщики радикализуются. Это город наш. Мы проиграли одну битву, но не потерпим поражения в этой войне. О, здесь можно основать поселение. А, почему я еще этого не сделал? Угольное, смотрите, это угледобывающий комплекс. Да все, поселение углекопов сейчас сделаем. Улучшит поселение сразу. Все отлично. О, еще меньше проблем с углем. В город, в город. Торговые пути 390. Два поселения углекопов 1200. Ну, супер. Так, пора законы отменять эти пососные, которые мы... Не используем. Заболеваемость падает, напряженность растет. Нерегулируемое лечение. Не, ну зачем принимать что-то плохое? Освобожденную молодежь надо принимать. Это тоже... Да. Особую роль матери пока тоже заменить не можем. Да, у меня только законы общества пока что. То есть, в принципе, закон на выживание, который... Помните? Нет, на город. То есть эти я могу пока что принимать. Тайная полиция. Не поддержат, не поддержат. Стражи-силовики тоже не поддержат. Давай, освобожденную молодежь. Совет зрителей обязательно. С кем можно договориться? Опять же, с лордами. Действие сообщества, принять их повестку. Можно. Можно, товарищи лорды. Давайте, давайте. О, автомод работает, наконец-то. Спасибо, автомод.
банят этих политботов. Так, что, кто-нибудь проголосует? Да, проголосует, молодцы, давайте. Пу-пу-пи-пу, пу-пи-пу. Пу-пу-пи-пу, пу-пу-пу. Игра, оказывается, про политику. Всегда ей была. Так, я обещал вам повестку, да? Хорошо, давай. Недовольные лорды стали более радикальными. Поскольку лорды враждебны, они радикализуются и вступаются в латальщиков. Латальщики сразу получат 295 человек. Отношения серьезно ухудшатся, рвение заметно растет. У вас будет 40 недель, чтобы лорды стали лучше к вам относиться. В случае неудачи 590 латальщиков объединятся. Или поддержать инициативу. Латальщики сразу получат 843 человека. Отношения значительно улучшатся с ними. Не-не, мне нельзя сейчас много латальщиков. Давайте я попробую наладить отношения. Или пресечь их вербовку. Нельзя допускать. Ага. Ухудшаются, серьезно ухудшаются. На самом деле 590 человек — это какая-то мелочь. Стражу превыше закона я уже не смогу, да, сделать. Туэстер, спасибо за рейд, приветище. Здорово, здорово. У нас тут, короче, бесконечный режим. Я уже это, иду в максимально радикальные законы, меры. Упарываюсь в, не знаю, в технократов. Скажем так, Девевер, спасибо за ресапчик. Привет и всем, ребят. Катимиш, Симбион Блэккэт, Дэмиан Провер. Дагунчик, здрасте, здрасте. Всем привет, всем привет. Хеллоу. Вот, и всякая радикализация и так далее, и так далее. Короче, все это потихоньку наступает у нас. Латальщики бурно, бурно протестуют. Пообещать улучшить отношения или подождать? Даже сделать так, чтобы относились нейтрально или лучше. Но инструкции не будет. Вы можете сделать так, чтобы отельщики относились к вам лучше. Но инструкции не будет. Пообещать улучшить? Ну, нейтрально им сейчас очень тяжело будет. Толпа людей в печально знаменитых термозащитных костюмах собрались вокруг нового дома и начала методично срывать с него теплоизоляцию. Ну, тупые. Затем они собрали обрывки в кучу и подожгли. Мы умоляли и плакали, но эти гады лишь насмехались над нами, сказал один из жильцов дома. Утверждали, будто это нам в назидание за то, что мы живем в ядовитых клетках, а не пользуемся переносными убежищами, как они. Как вы отреагируете? Я подожду пока. Контр-протест. Договориться о прекращении протестов. Подавить протесты в этом районе недоступно, потому что нет закона стражи силовиков. Класс. Другая фракция организует акцию контрпротеста, чтобы прекратить текущие беспорядки. Некоторые участники контрпротеста могут пострадать. Давай! Началась акция контрпротеста. Снижается. Так, что я обещал? Да я все еще обещал ответственность стражи, но я не могу это сделать. Борьба с преступностью. Казнь заключенных. Жестко. Но инкубаторы пока я не готов делать, да? Так, то есть, подождите, они, получается, не против того, что я сделаю энергоэффективность пищи, да? Я ее уже выучил. Пилорамы, пункты сбора, фабрики модулей. Фабрики модулей мне сейчас вообще не нужны. Ангары сборщиков. Эффективность сбора. Во, грузовые станции хорошо будет потом построить. Пока что они не супер нужны, потом нужны. Вижу оценку Фростпанк все ниже и ниже. Но я вот вчера же поиграл, я же уже сказал сегодня. И она получилась очень однотипной. Потому что сюжет, ну, типа, они одинаковые. Дерадикализация. Мыслители восхищаются вашей руководящей ролью. Наместник. Мыслители обеспокоены радикальными идеями, пропаганды которой несут некоторые авантюристы. Часть из них — члены семьи.
Но они ослеплены своими идеалами, заявил один старейшина. В целом, это хорошие люди, но нам еще нужен ваш авторитет, чтобы вразумить их. Благодаря отношениям на уровень преданности, мыслители помогают смягчить настрой фракции авантюристы. Они просят вас осудить самые экстремальные идеалы, которые проповедуют авантюристы. Тогда мыслители получат веский аргумент, чтобы убедить их отказаться от радикальных методов. Но их тогда будет меньше. А значит, они будут хуже голосовать. Разве нет? Выйти из фракции авантюристы? Нет, ничего не делать. Мне нравится, что они там есть. Кайф. Еще раз, надзорные башни, ребята, они нам очень нужны. Вот прям позарез. Я куда-то отправлял работяг, кто помнит. Здесь 12 рабочих, всего минус 8 этих мест. Так, 36 свободных ребят. Лагерь со стен... Во, мне население нужно. Забрать ядро. Три ядра, жесть. Три ядра, это надо. Забрать все, что есть. Уголь. И запасы материалов, и запасы угля. Как будто запасы угля бы не помешали. Слушайте, а что, запасы материалов закончил? Не, это я смотрю не ту. Вон. Распущенные авантюристы станут обычными мыслителями и механиками. Ну и пускай они лучше будут авантюристами пока что. Ну вообще, может, стоило нажать, не знаю. Плюс еще ядра, армейское хранилище, кайф. Так, только до него здесь вести этот дофига тяжело. Истощенный уголь. Подождите, так эти угольные шахты, это... тут можно еще одно в угольной шахте поселение, наверное, построить вот в этой. Нет? Не знаю. Как будто бы. Мне кажется, что, наверное, да. Так, 20 человек. Надо хоть что-то исследовать. Хоть что-то. Возможные находки, люди, да? Блин, я людей в итоге взял или нет? Хотел вроде людей. Да, у нас без паузы режим. Мы стурмэтч попробовали, очень быстро читали сюжет, чтобы успеть зарефанить прямо на стриме. Че, игра не очень получилась. Я вроде чуть-чуть посмотрел, у вас вроде, ну, выглядело это как будто интересно, не знаю. Так, и что здесь не работает? Нужно больше рабочей силы. Ага. Фабрика товаров, понял. Жесть, у меня рабочей силы нет, реально. Можно заплатить студентикам. Программа занятости подростков, поехали. Летальщики станут хуже. Летальщики. А уровень доверия снизился. Вы нарушили свое слово. Я знаю, знаю, знаю. 1500 человек есть. 1500 человек. Куда же вас направить-то? Чем же вас занять-то сейчас? Два ядра есть. Чем же вас занять? Блин, и почему они хотели авантюристов? Вот будут хуже относиться к вам. Снизить свое рвение. Стюарт.
Здесь как будто изначально надо было идти в технопрогрессию, потому что механисты, механики, мыслители и авантюристы — это целых три фракции. Заматывает кулаки бинтами лавочник. Наместник позвал нас на помощь. Раньше я считал, что мы все сможем жить дружно, но потом они начали угрожать городу, нашему городу. Тогда-то я увидел их истинный облик. Это смутьяны и преступники. Наместник позвал нас на помощь, мы откликнулись на зов. А если не мы, авантюристы, то кто остановит бесчинство, которое устраивают латальщики? После контрпротеста, который провели авантюристы, недовольные тем, что творят латальщики, обе фракции радикализовались. Да и ладно. Да и чё такого? Что если их поддержать сейчас? Получат больше мест в совете. Сколько у них мест в совете, интересно? 22%? Стюарт. Кого я чё обещал? Молодежь? Нет молодежной программы. Почему нет? Как нет? У нас есть особая молодежь. А, они предлагают сделать так, чтобы не было молодежной программы. Блин, чат сломался. Ну вы проголосуйте, но... Ну, вы в плане... Они пусть проголосуют. Почему у тебя нефть всегда ноль и пара? Потому что они всегда тратятся под ноль. То есть мы их зарабатываем, но они тратятся под ноль перед углем. Вот так эта история работает. Так, у меня 5 ядер есть. Пора строить центр, генератор регулируемой форсунки. Открывает оптимизацию потребления угля. Ой, не угля, а чего угодно. Блин, не смог все-таки я здесь их это... рядом поставить. Так, ну здесь нужен бесконечный добыча бур глубокого, глубокий бур. Супер глубокий бур на материалы, да? Чё бы еще такого интересного исследовать? Смотрите, у меня вот здесь почти заслуги на фул. Жилье для рабочих. Заслуги? Что это? Заслуги. Во. Распределение жилья. Во, вот это мне нужно. Жилье, обеспечиваемое жилыми районами, слегка растет. Тепломарки на душу населения растут. О, сейчас это еще и примем законом. Будет вообще круто. Слушайте, а давайте я механикам что-нибудь пообещаю. Не знаю. Отменить идеальных рабочих, исследовать добывающие крепости. Исследовать механизированных разведчиков. Добывающие крепости, чтобы это ни было. Стромеч зря добавили сюжеты, диалоги, они ужасные. Повторы с пропущенной части. А, спасибо, да, спасибо за инфу. Так, здесь есть 350 человек. Которые ничем не заняты вообще, да? Интересно, интересно. О, у меня 16 этих. Я хочу челиков собрать с морозной пустоши. Допустим, вас. И, допустим, вас. Все, мне нужны рабочие. Очень хочется, как бы здесь добывающий район, но надо 600 рабочих сил, а их 350. Вам же здесь газа чисто хватает, да? Генератор из смеси работает. А если вообще перестать сюда давать уголь? Он все равно продолжит на смеси работать, наверное, да? Даже интересно, а как... А можно ли здесь построить центр? Нет, нельзя. Улучшить, да, никак. Хм. Так, что там за ивенты?
Сердцу не прикажешь, ротация партнеров. Наместник, к нам обратилась женщина с жалобой на своего партнера по обмену. Я сравнила наши врачебные записи, рекомендации и диетические ограничения. С научной точки зрения мы идеально подходим друг к другу, но он отказывается соблюдать наш график свиданий и по вечерам тайком встречается с предыдущей. Менее совместимым партнершей. Абсолютно нелогичное поведение. Это далеко не единственный случай. Встретив понравившегося партнера, некоторые люди часто сохраняют прежние отношения вместо того, чтобы уделять внимание новым, как мы поступим. Доверие слегка падает, улучшаются мыслители и авантюристы. Обмен партнером медленнее увеличивает рост населения. Отношения ухудшатся. Давайте немножко ухудшим отношения, как будто бы. Ладно, разрешим им. Разрешим им тут это. Блин, 496... Блин, опять запасы пищи заполнены. Да что ж такое-то? Сколько бы я ни строил, всегда переполняются. С углем сейчас дела похуже. Я же достроил генератор. Я могу работать на чем-то конкретном. Например, только на пару. Это основная смесь. У меня плюс 1000 угля сразу. Если я работаю только на угле, плюс 700 и плюс 124 этого. Если я работаю только на нефти, плюс 500. Ну все, работаем на пару. Ну очевидно же, что у нас здесь крутецкие две добычи пара есть, которые полностью хорошо себя окупают. Жесть, 1000 угля. Ну копим, это хорошо, потому что скоро, сейчас скоро буря будет. Так, ребята, что-то хотят это... Морозные земли какие-то принять, да? А что хотят принять, не вижу. Во, деятельность авантюрист. Ну и нормально. Блин, как же у меня ноль у лордов. Кажется, я не смогу радикализовать... дерадикализовать лордов. Мне кажется, надо осудить этих. Численность сократится, рвение растет. Да, видимо, не смогу. Ну, лорды... Лорды чё любят? Снесите фабрику чудо-лекарств одну. Кстати, я могу. Не, уничтожьте все здания. А, ага, конечно, обойдетесь. У меня их два, по-моему. Эй, блин, материалы тоже копятся. Скопились, да? И топливо, топливо теперь, топливо. Домов не хватает. Удивительно. А, ну я же сейчас еще новых людей понаприглашал, да? Кто-то недавно поддерживал отельщик, через месяц осуждать решил. Ой, это что, я? Рядом с пищевым, жилым. Так, рядом с отопительным центром. Это очень важно. Пу-пи-пу, пу-пи-пу. 1500 работяг. Почему? Потому что почему-то здесь жилые районы выключились. Выключился продовольственный. Центр хранения переполнен. Да вы, да, ну, блин, ребят. Не, наверное, не поэтому. Мне кажется, это не главная причина, да? Слушайте, я, кстати, хочу вот это вот добыть. Мне сейчас пригодится. Механики, требования выполнены. Отлично. Добывающий район. Так, чтобы вы газ добывали, да, себе самостоятельно. Видимо, я... А, может быть, я сюда работяг отправил. Наверное. Заседание делегатов. Распределение жилья. О, да, это очень круто. Блин, я опять не включил это голосование чата. Давайте.
Подключайтесь, подключайтесь, чат. Вы здесь закон. Ну, распределение жилья вообще супер кайфовая тема, нам это надо, если что. Набрать советы зрителей, может быть, с кем-то договориться. Вот лорды, например, да, что они хотят? Снести надзорную башню, снести фабрику. Применить действие осудить авантюристов. Чего? Сейчас. Да, играем. Давай. Действия на авантюристов осудить. Давай, ладно. Рвение растет. Я их сейчас осужу, а потом я их обратно не осужу. Вот. Положись на чат. Да, я положился. А потом обратно. Мы вернем их в строй после осуждения. Делаем странные действия. Типа шмарки. Блин, здесь прям не хватает, да, живых районов. Очень странно это дело. Чё, осудить ребят, да? У них будет плюс рвение, да? Лорды станут лучше к вам относиться. Авантюристов 5000 во фракции, этих 5600. Готовятся к вам, в смысле? Радикальные элементы этой фракции возмущены текущей ситуацией в городе. Ах, вот как это работает. А мы вас теперь снова поддержим. И отношения сразу улучшатся, не надо никаких войн, хотя... Я вас еще сейчас средства запрошу. 810 уходят. Но это не так плохо. Наверное, не знаю. Блин, я не могу принять повестку в сообществе механики. Лорду улучшите отношения до уровня благосклонности выше. Но я не смогу это сделать никак. Финансирование проектов. Ну, обещания они просят не очень хорошие. Фабрики, эксперименты. Ну как можно финансировать, там повестки принимать. Ну, как будто бы не очень полезно, да? Сто 127 башен, что-то мало. Больше надзорных башен. Для этого надо больше районов расширять. Я прям не занимаюсь расширением районов, к сожалению, как будто, да? Плюс жилье, нифига себе. Кек. И видишь, лорд тебя буквально в углу города, противоположная им идеология. Да, я уже понял это, да. Надо было, не стоило соглашаться на это, на эту историю. 0,113 неделю ядер.
Так. Население. Население 2000 аж. Забрать все, что здесь есть. Да блин, у меня запасов капец сколько. Соединить тропы на ядра. Вот это вот полезная штука. Ну капец, от нее далеко, да, тропу надо прокладывать. Я прям даже и не знаю, куда. Вот разве что вот в эту вот угольную шахту. А, подожди. Ну да, все правильно. Здесь как бы есть тропа. А, или подождите, или ее нет. Подожди, или есть. Это же тропа. Это тропа. А, я ее просто... В смысле? Че... Ну, типа, ладно. Странно. Ну, видимо, здесь неправильную метку поставил, да? Ну, так мне... Так мне здесь нужна нормальная, блин, тропа. Короче, давайте вначале вот эту вот бомжатскую проставим, чтобы она поняла, куда мне надо. Это как будто бы от этого именно зависит. Смоляные ямы, кстати, а в этом нельзя бесконечную построить? Не, вот здесь вот нельзя, значит и тут, наверное, нельзя. Почитатель ядра. Не трогай человека. Укрывшись в этой ледяной пещере, разведчики обнаружили, что они там не одни. Говорят со мной, просят остаться ждать великого таяния, повторяю, он снова и снова явно обезумел. Заберите у него ядро. Маленькую экспедицию сюда отправьте. Конечно, надо еще одну тюрьму построить. Блин, а у нее доверие упадет. Как-то я прям не уверен. Надзорки полезные. Очень полезные. 3000 человек! Ой, боже ж ты мой. Это как будто бы сюда еще отправить сколько-то, да? Ну, я уже до 26 тысяч, кстати, дожил. И сюда тоже надо отправить еще, потому что здесь бесконечный тоже источник. Это ты еще не оптимизировал алгоритм на прирост населения. Да, я пока что занимаюсь другими алгоритмами, это правда. Блин, прогресс морозных земель бы... Вот это хочу добить, заслуги. Интересно, что здесь будет. Вот, заслуги. Радикальная идея. Минус тепломарки, но эффективность производства вырастет. Производство стимуляторов. Давайте. Подать идею. 11 дней, кстати. Наркоту делают. Осуждаем. Сейчас этот холод, но у меня 300 тысяч угля запасено, да? Минус еще 40 градусов будет. Ну, да, да. Блин, как всегда, этих не хватает. Неудовлетворенный спрос на товарах. Как, блин, его удовлетворить? Что, строить еще одну фабрику на товарную? Не знаю. Вот знаете, сколько бы сюда ни шло, все равно ноль. При том, что я стараюсь топиться именно паровой с... паром плюс смесью этого. Ноль. Возможно, здесь... А, они, наверное, просто закончились, эти смоляные ямы. Вот эти еще чуть-чуть остались, но... Че, как здесь дела-то? Да почему присоединить тропы-то не работает?
Я не понимаю, правда. Может, здесь не подвесные? Нет, должны быть подвесные. Ну, странно. Отряды постоянно трачу на это дело. В аду нет фурии страшнее, ротация партнеров. Наместник, женщину, подавшую жалобу на партнера по обмену, не желавшую выполнять долг, арестовали за его убийство. Вы же видели, как он себя вел. Тайком совокупляясь с неполноценной. Полностью отдался своим чувствам. Я просто вычеркнул дефективную ДНК из городского генофонда. Будьте мне благодарны. Так, закон. Деятельность аванпостов. Эффективность производства в ресурсах в аванпостах растет. Однозначно, механики, авантюристы все это любят. Это очень важный закон. Снести фабрику, отменить освобожденную молодежь, снести университетскую клинику. Как же? Кстати, университетская клиника мне прям не обязательно. Я могу ее снести в теории. Но я все равно лордов не это. Хорошо, если мыслителей подговорить. Использовать способность алгоритм позволяет изменить приоритеты алгоритма. А как... Ну... Рост населения, либо регулировать заболеваемость. Но у меня рост исследований самое важное. Принять их повестку. Повестка мыслителей. Да в целом ничего плохого как будто бы. Давайте вот это примем. Мыслители клевые челы. Я за них. Во. Еще один небольшой шаг к прогрессу. Производство ресурсов в аванпостах. Это получается, у меня еще больше угля будет. Весенний голосует против. Но... Мы все равно проголосуем за добывающие крепости. Плюс 1300. Кайф, кайф. Has been approved. А, и мыслители попросили повестку, да? Примите повестку в сообществе механиков. Я еще механиков обещал повестку. А теперь мыслителей за 40. Знаете что, мне кажется, одна тюрьма все равно нужна. Блин, мне бы кому-нибудь пообещать тюрьму построить. Но... О, могу собрать средства. 330 уходят. Блин, у них 17% всего осталось. 22 недели для поддержать. Те радикализованы. Да нет, наоборот. 24 тысячи. 26 работяг есть. Мы могут экспедицию какую-нибудь. Возможно, находки вот это. Что здесь? Здесь недостаток всяких товаров. Им, по-моему, вообще не нужен уголь, да? Как минимум, у них на него нет места. Здесь как, ребята? 783, да? Че, еще один дом построить? Живой район. Раз, два, три, четыре, пять... 6. И вообще-то я здесь хотел добывающий поставить. 600 рабочую силу.
Пу-пи-пу. Мне скоро понадобится ультра много ядер для того, чтобы везде поставить нормальные добывающие районы. Ну чё, буран? Буран и бунты, забастовки, что думаете? Или все-таки во время старого врага никто не будет бунтовать, блэд. Как же вечно. Лорды отношения не улучшились. 590 радикализовалось. Ну ладно. Окей. Пу-пу-пи-пу. Центр хранения заполнен. Ну, сейчас он начнет тратиться потихоньку. Нам 50 недель надо пережить. Как голосовать? Там на экране появляется этот. Повестку мы... Блин, сейчас две повестки подряд. Конечно, не очень нравится. Ну, ладно. Так, ну и чё, эта хрень начала работать? Ну, я не могу к ней присоединить тропы. Я их бесконечно строю, а оно не работает. Видимо, надо строить одну гигантскую тропу, которая будет идти прям до города. И тогда эта хрень сработает, может быть. Не знаю. Производство стимуляторов. Осталось, предлагают исследовать здание. Подожди, это здание? Так я думал. Эффективность производства этого здания или вообще всего производства? Интересно, куда оно вообще вешается? Наверное, только этого здания, да? Дороги не соединены. Так где? Какая? Так вот же. А, вот здесь проблема. Серьезно? Не, ну вот тут как будто, да, не соединилось. Это странно. Здесь я уже миллион их просто, хотя... Не, она как будто доходит до него. Она не соединена, она типа до него доходит. Не знаю. Чё, старый враг пришел, нет? Метель. Повестка. Размножение нерегулируемое. Размножение. Это нам не надо, если что. Это кто решил такое? Латальщики готовы к переговорам. Принимать всех чужаков. Народный клуб отдыха. Исследовать. Построить грузовую станцию с персоналом. Хм. Производство ресурсов на постах повысится. Только это хорошая штука. Ай, ладно, голосуйте как есть. Интересно. Такая опасная повестка была. Это, видимо, повестка... Это механики предложили. Заседание делегатов. По-моему, это механики предложили. Ну и чё? Мент верхом на стрекозе. Спасибо за фоллоу. Не забывайте, ребят, фолловить. У нас еще три партнерских интеграции есть. Можно проходить Grand Saga. Гигачат. И, конечно же, Индивид. О, закон отклонили. Ура! Это хорошо. Спасибо. Не посмотрел, кто отклонил, но вы молодцы. Блин, 2000 человек. Так, а что, люди дошли? Люди дошли как будто бы, да? Здесь нужно построить добывающий. Вот на вот этих марках, материалах, не знаю. 23 дома.
А, ну это вот автоматическая грузовая станция подвесна. Не знаю. Так, жилье для рабочих надо исследовать. Конечно же, от авантюристов. Ну, где там буря-то? Что там все идет, 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 никак не дойдет до нас. Дурацкая буря. Минус 22 еды. Так, ребята. Подождите. Так, не надо перевод населения делать, надо вот это делать. Товары сюда довозить тоже. Сюда подкидывать уголек иногда. Так, все, буря пришла, да? Здесь голый. А, ну да, вот и разруха. Буря пришла, ура! На 47 недель нам хватит запасов угля. Но! Но! Мы еще и не включали форсаж. В смысле ты копишься? Чего? Да, эти 110 градусов, конечно... Да, ничего интересного, да. Проект полезный для этого сообщества. Так, я еще обещал принять поездку мыслителей. Я сейчас с вас тепломарки соберу, а потом приму вашу повестку. Ладно? Спасибо. Материалы минус 284. Вот это интересно. А у меня здесь уже есть крупный добывающий район? Уже есть. Интересно, интересно. Крупный добывающий район. Бур-бур-бур глубокого бурения, чтобы они бесконечно добывали. Да, материалы чуть падают. Здесь причем все работают. Да и хер с ним. Сейчас вот здесь начнут... А, да, смотрите, это тоже под бурей все-таки. То есть все-таки бывает такое, что колонии в бурю живут. Ага. Мы пытаемся их содержать, но... А, так. Мы им сейчас скинем дополнительно этого, да? Круто, что можно так это... без... делать. У тебя было объявление «Хрупкая сталь. Производство материалов из стали ухудшено». Не видел такого, вроде бы. Во время Бурана. А, да? Это материалы из... Это типа какой-то ивент бури или что? Кстати, А, ну вот, производство материалов из железной руды будет затруднено. Температура понизится на 40. Охваченные бураном территории нельзя исследовать. Подождите, так это получается, есть какие-то особенности у бурана, как в шторме или нет? Потому что особенности было бы прикольно, если бы они были. Реально было бы прикольно. Вот здесь надо, кстати, новый добывающий район делать. Подожди, это у меня... У меня один промышленный район не делает эти? То есть я здесь сделал его, но он... пососный? Ого. Блин, я не знал. Оказывается, у меня три района, и один не делает товары. Ха. Так я сейчас сюда поставлю... суперфабрику товаров какую-нибудь, да? Вот эту крутую фабрику. Подожди, блин, это крутая фабрика. Она как будто бы у... Сейчас как это сказать-то? Она как будто бы фабрики бытовых... Да, она... Или нет, подожди. Фабрика стандартных товаров. Фабрика стандартных товаров. А, нет, это все-таки... Это фабрика механиков. То есть она ведет к прогрессу. Ну, окей, тогда все нормально.
Если это фабрика механиков, то все хорошо. Блин, давайте уже пилорамы в какой-то веке сделаем. Мама мыла пилораму. Жития для рабочих. О, у меня здесь минус 14 жилья, почему-то. Фабрика стандартных товаров, 60 товаров строим. Что... Ха. И как так получилось, что домов не хватает опять? Тут же будет скоро второй Cornerstone, или можно только один забег выбрать? Я думаю, будет. Так, ребята, заседание делегатов хочет сделать нерегулируемое лечение. Медицинские дела, врачи лечат пациентов так, как сочтут нужным. Не, ну это, конечно, кал, ну и кал. Ну и, конечно, кал, да. Давайте попробуем кого-нибудь переубедить. Например, авантюристов. Мы им финансируем проекты. Круто. Стоп. Почему я попросил их проголосовать за? Я же попросил их проголосовать за. Я дурак. Так надо было голосовать против. Ха. Лорды, голосуйте против. Блин, я вам ничего не сделал. Применить действия сообщества лорда финансировать. О, вот я могу финансировать проекты лордом. Блин, черт, я, конечно. Ну, конечно, как-то глупо сделал. Ошибочка вышла такая. Ошибочка. Бывает. Не знаю, как мне на самом деле 50 тысяч людей в городе вмещать в основном. Даже именно в основном, да, должно быть 50 тысяч людей, по-моему, да? Как будто можно попробовать завершить уже этот сюжет. 7 против, спасибо вам, ребята. Но 9 проголосовали за. И закон, к сожалению, приняли. Отстой. Традиции, блин. Финансировать проекты лордов и авантюристов, блин. О, слушайте, они у меня нейтральными стали. Финансировать проекты авантюристов, а это не будет дорого? 400 тепломарок. Вот, давай. Сколько у тебя в колониях людей? Да это на самом деле не столь важно-то, потому что... Так, жилье. Диспетчерская нет. Вот, корпус. Немножко малометражный жилой корпус. На самом деле, не важно. Я не буду их оттуда забирать. Я здесь 50 тысяч сделаю. Потому что, понимаешь, в колониях им самим нужно, чтобы у них были эти люди. Так, здесь как? Здесь чуть-чуть холодно. Здесь не хватает этих... Тоже нужен один малометражный корпус. О, найс. Хорошая штука, аж плюс 25 места дают. Брат летит куда-то на яхте кататься, представляете? Забавно, что в этой колонии нет Бурана. Но у них все равно есть некие проблемы. Вертрас капасти, дай пофиг. Пилорамы, угольные заводы, литейные заводы. Что они делают? Производство материалов, с этим у меня проблем нет. С добычей угля у меня проблем нет. С пилорамами, с производством материалов у меня тоже проблем нет.
Надо бы автоматических рабочих принимать уже. Да? 1600 рабочей силы, фабрика автоматических рабочих. Берем. Строим. Отлично. Так, и здесь еще одну фабрику стандартных товаров. Поехали. Хорошая вещь. Мне нравится. Вот здесь уже плюс 276. А поскольку здесь нету никакой добычи, да? Вернее, вот добыча как раз появилась. Теперь все это вы должны сюда перевозить. Потому что основные товары делают там. 21 этот, а я не могу ничего исследовать в эти, да? На самом деле я могу с мира собрать, типа, людей, да, пригласить. И так наберу 50 тысяч, но это надо столько домов отстроить сейчас. Забрать груз. 25 тысяч запасов пищи. Ага, и стадо еще есть. Можно тоже собирать. О, это, кстати, прикольная тема. Но в ней не нужны эти. Вот эта кнопка прикольная. В ней... Блин, у меня опять запасы переполнены еды. Это невозможно просто. Это просто невозможно. Пока у нас так много работяг, и в принципе есть деньги, да, надо расширяться, потому что мне все это место понадобится, чтобы строить дома. Прям вот очень понадобится. Так, что? А, у меня здесь не материал. О, наконец-то излишки товаров производим. Ура. Ура, товарищи, ура. Минус 2 угля в буран. 20 220 недель мы можем жить. Как же у нас все идеально. Опять. Генератор рванет раньше. А, ну да, ладно. Столько мы и правда не сможем, потому что форсаж. Помнить бы о нем, да? Крупный логистический район. Слушайте, в крупном логистическом районе жестко не хватает... морозных отрядов, да, количество? Пропускная способность. Этого. Никому ничего не обещаю, потому что никому не хочу ничего обещать. Запросить средства. У них слишком хорошее отношение ко мне. Можно собрать средства. У этих ребят через 8 недель можно будет. Ну почему она сразу не отправляет меня туда, где... Неужели новую колонию где-то открыл? Бензиновую колонию, наверное, не? Не, подожди, что тут? Смоляные ямы опять. Островок темного снега отмечает место, где нефть естественным образом выходит на поверхность. И все? И что здесь? Больше ничего не открылось, что ли? Это я слепой. Понимаешь, да, забрать ядра? Я ничего не могу отправлять никуда. Вот здесь какой-то ивент у меня будет. Недоступно из-за погоды, недоступно из-за погоды, недоступно из-за погоды. Сколько мне вообще поселение углекопов приносит? 750. Это мы там пассивку недавно приняли одну, да? В законах. Так, плохо, что мы недавно приняли... Хотя я могу принимать эти законы или нет?
Особая роль матери. Мы все еще не выучили другого способа. Доля неактивных рас... Ну, вообще, слушайте, надо отменять. Надо отменять, да? Чат и договориться. Латальщики, ну, естественно, не желаю договориться. Лорды, проголосуйте, пожалуйста, за отмену этого договора, закона. Применить действия сообщества, принять их повестку. Пожалуйста, да, я могу. Попробуем отменить эту штуку. Последняя хрень, которая уменьшает наш... Это я могу еще управляем голосованием включить. Арбнас, приветствую. Здорово. А, все, ну, 13 человек, все. Давайте, голосуйте. Голосуем. Ура! Отменили. Все, у нас теперь нерегулируемое родительство. Есть ли какое-то еще... Ну вот е... А, вот же... Подождите, у них есть... У них есть вот общественное воспитание. Изучить. Что я только что изучил? Что-то прикольное, по-моему, да, я такое? Вот тут что-то новое. Фабрика автоматических рабочих. 1600 рабочей силы. Просто с нихера. Хотя у меня 1900 рабочей силы сейчас. И что она жрет? Разруху повышает. Ну, разруху мы уменьшим. У нас есть способы. Ну ладно, пока что мне тысячи... И так хватает пока что рабочих. Опять же, разве что отправить рабочих куда-то, ну... Тут и так нет проблем. Хранение пищи. Центр хранения. Раз так много рабочих, всегда можно снова строить центры хранения топлива и так далее. Пу-пи-пу, пу-пи-пу. Пу-пу-пи-пу, пу-пу-пу. Здравомыслящий бахает фабрику роботов, хотя им надо вырастить город еще в два раза. И снова думает отправлять людей из города. Я выращиваю сейчас. Сейчас я все делаю. Я стараюсь. Скоро примем закон на рождаемость и будем херачить. Скоро будет жестко. Все будут устраивать, как обычно, оргии у этого, у генератора, да? Даже только что отменил, я сейчас новый приму, более крутой. Ну, то есть, не более крутой, а тот, который нравится нашим ребятам. Рост населения значительно падает. Кстати, есть вот эти центры. Вот эта вот штука прикольная. Напряженность в соседних жилых районах уменьшает. Что у меня с напряженностью? А ее нет почти. Но бойцовский центр есть смысл изучить. Ой. Вовремя заметил риск аварии.
Минус 1400. На 27 недель хватит. Чё-то мало. Да, чё-то мало. Ребята, вы слишком много тепла жрете. Ребята, вы слишком много тепла жрете. Ребята, вы тоже довольно много тепла жрете. Кто еще? Вот эта фабрика дофига тепла жрет. Тысяча. 37 недель. Ну, это получше уже выглядит. Ноль нефти еще у нас, кстати. Вместимость склада. Как тебя увеличить? 5 нефти требуется. Активность производства еще растет. Блин, а это... На самом деле, хорошее поселение, если так подумать. Нет, доступ показали же... 66 у меня разведчиков. Ну чё вообще просто? Куда? Забрать груз с едой. Да чё-то как-то у меня и проблем нет с едой. Когда-нибудь я дострою эти тропы нормально. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Топительных центров бы еще построить, да? Закроет только одному центру. Да даже двум. Очень полезно использовать этих челов. Да, в момент... холода. Здесь какой-то супер высотный жилой район, который жрет очень много тепла. Почему я не могу здесь построить, если тут ничего нету? Как думаете, почему я не могу? А, потому что здесь есть уже другой отопительный центр. Их нельзя несколько в одном месте ставить. Блин, побыстрее бы вот это вот уже сломалось, да? Железо у меня 50 эти тысяч. Так, там в поселениях все хорошо. Я просто не слил. Оп, им что-то не хватает. Оказывается. Вертрейлс капасити. А, у них просто закончилось резко. Им холодно. Это можно починить, это мы можем. Это мы можем починить, это мы можем починить. У них чуть-чуть холодновато. Интересно. Газовые центры можно расширить? Да их мало того, что можно расширить, их тут еще новых можно построить жестко. За 36 недель добудут. Ну, как всегда, эти
Эти очень быстро добываются. Ну и чё, как тут дела, ребят? Не хотите денег мне дать? Осудить, поддержать? Давайте запросить средства и сразу же поддержать в ответ. Кайф? Кайф. Законы надо принимать. У меня лечение нерегулируемое, это плохо. А, обмен партнерами мы уже запустили, да? Нерегулируемое родительство. Вот это вот. Общественное воспитание. Доля активных рабочих вырастет, но количество населения уменьшится. Ну, давайте. Совет зрителей есть, договариваемся. Давай с мыслителями, например. Еще мне нужно договариваться с теми, кто в основном сомневается. И желательно, чтобы это было... Ага, ну, понятно. Так, тогда нет. Я просто управляемое голосование сделаю за, и все. Давайте. Новый закон. Принято. Так, а сколько времени уже? 5 по МСК пока что, да? Блин, так уже хочется пережить эту дурацкую вьюгу, чтобы реально пытаться построить население из 50 тысяч. Вот, уже можно. Уже можно. Готовиться протестовать. А вы уверены, что хотите это делать? Надзорные башни. Больше надзорных башен. Так, здесь новый закон. Так, бойцовский центр Б1 какой-нибудь, да? Вот и сбор отходов фабрики. Кстати, фильтры у меня адаптация. Я очень хочу Cornerstone принять в городе. Только как? Искоренение бедности. Вот оно. Идея. Радикальная. Трудовые лагеря. Строим. Давай. Отлично. Закон можно снова принять. В смысле, снова принять. Куда время делось? Я же только что что-то принимал. Ну, лечение. Давайте, давайте. А, у меня только консервативное есть. Тайная полиция. Влиять на численность фракции и степень ее участия в деятельности совета. Не будут принимать. Стражи силовики. Ничего из этого пока не будут принимать. Ну ладно, ладно. Мы еще посмотрим, что мы там будем, а что не будем принимать. Может, повестку какую-нибудь выдать? Не, не хочу. Может, этим лордам? О, я обещал лордам принять повестку. Давайте. 45 за молодежь. Нет молодежной программы. Они хотят, то есть они хотят отменить нынешнюю молодежную программу. Я ее, в принципе, уже не использую. То есть власть капитана в законах. Я думаю, власть капитана — это когда ты просто сам принимаешь закон. Я не знаю, я не до него не доходил. Жители задумаются над тем, чтобы назначить вас капитаном только в очень трудные времена. Ну, вот так вот. Давайте голосуем. Ну, отменят и отменят. Как бы пофиг, наверное. Мыслитель. Блин, латальщиков прям много в совете. Прям как будто больше, чем авантюристов, да? Хотя мы-то поддерживаем авантюристов. Так, ну и чё? 9 за. Ну, мы не очень хотели менять молодежную программу. О, к счастью... А, это 4 за было. Всё, спасибо.
Окей. Потому что они, кстати, еще не бесконечные ресурсы-то черпают. А я вот здесь, кстати, уже построил, но... А, это же геотермал. Блин, вот куда, что сюда можно ставить? На добычу газа. Ну, можно жилой корпус, окей. Общежитие можно поставить. Автоматизированную тепловую диспетчерскую можно. Эффективность производства. Ну-ка, подождите-ка. Да, а вот оно, наверное. Давайте-ка общежитие попробуем сюда, да? Смотрите, 256 газа сейчас превратится в еще больше газа, получается, да? Двести пятьдесят шесть. Интересно. И этот по 256. Общежитие туда звучит вообще круто. Сейчас посмотрим, как оно. Блин, как же не хватает товаров, конечно. Это минус марки. Слушайте, не хотите какое-нибудь обещание? Отменить исследовать механизированных разведчиков. Исследование я могу когда угодно, ребят. 287 газа. Не супер много, но из хорошего. Это еще и доп. Доп. Жильцы. Мы же 50 тысяч пытаемся все-таки построить. Поэтому давайте. Доп. Жильцы тоже хорошо. Мы же пытаемся метрополию сделать. Ого, ничего себе, как они это... Уменьшили свое доверие. Можем принять вашу повестку, если хотите. Механики иногда такие себе идеи предлагают, конечно, да? Давайте повестку авантюристов примем тоже. Четыре тысячи рабочих, ну и жесть. 15 жилье. Малые корпуса надо строить. Малометражные, чтобы 50... Если я хочу сейчас 50 тысяч закрыть... Мне надо это делать. Так, как у вас дела? Минус 173 угля и быстро тает, да? У вас все вообще отлично. Еще и 300 рабочих в запасе есть. Все, пытаемся выполнить основной квест на метрополию. Поехали. Наверное. Так, чего они хотят исследовать? Вот тут что-то, механики... А, ну понятно. Уровень угрозы. Угу. Так, повесточка какая? Родительство, общественное воспитание. Но мне нужно... А, вообще не, мне не очень-то это... Не знаю. Ой, блин, я рано нажал, простите, я не дал его выбрать. Почему кулак с латальщиками? Я пропустил. Потому что мы выбрали прогресс города. Мы выбрали прогресс, и они теперь недовольны. Вот. Hear ye. На 43 недели хватит. Сколько у меня еще есть у генератора? Я могу еще немножко на форсажике посидеть, покопить. Теперь по 318. Болезни выросли. Ага. Впервые. Неудивительно. Нужно построить, наверное, университетские больницы, да? Реабилитационная клиника. Механики выполнили требования. Университетская клиника, да? А это, подожди, это что? Это куда?
Да, университетская клиника крутая штука. Есть куда ее построить. Новые законы. Бесконечные просто. Механики, хотите что-то исследовать? Отменить, применить, исследовать загон... Загон, говорю. Завод по сжиганию отходов. Давайте, я не против. Пункт сбора отходов. Эта разруха значительно падает. Супер. Давайте уже. Так, прогресс прокачаешь раньше заслуг. Да, походу. Здравомыслие, заслуги, прогресс. Программа занятости подростков, алгоритм, экстренное заседание совета. Окей. Че, университетская клиника-то построилась? Че-то как-то болезни не сильно уменьшились. Первичная сортировка больных. Часть людей погибнет. Нет, это нам не надо. Какой-то закон. Подготовка разведчиков. Механизированные разведчики. У меня сейчас разведчики-первопроходцы. Да, длительность разведки падает. А здесь будет длительность, тоже длительность разведки тоже падает. Это хороший закон. Желательно его принять. Никто не желает договариваться, кроме мыслителей. Применить действия латальщиков. Осудить. Осудить латальщиков я только за. Давайте, короче, принятие закона. Угу. Генератору, похоже, плохо. Сейчас отменю. Обратно. Пу-пу-пи-пу-пу-пу-пу. The proposed law has been approved. Пу-пу-пи-пу-пу-пу-пу. Осудить, да? Доверие мыслителей увеличился. Зло has passed. Ей, закончилось.